21 ноября в Ярославле стартует форум «Будущее. Интеллектуальные лидеры России». Согласно поручению президента Владимира Путина, наш регион принимает одаренных детей уже 4-й год подряд. Планируется, что участие в форуме примут более 350 школьников из разных уголков России. Ребят будут сопровождать их наставники, около 150 человек. В этом году он будет посвящен подготовке кадров для прорывных отраслей экономики. Основной ветвью форума станет инженерия. Подробнее о реализации проекта «Будущие интеллектуальные лидеры России» и новшествах в проведении мероприятия моей коллеге Светлане Доброхотовой рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин. Полное интервью смотрите в программе «В тему» сегодня в 18:15 на Первом Ярославском, а пока небольшой фрагмент. Этот форум именно посвящен тому, каким образом выявить талантливых ребят, но не просто выявить, а на самых ранних этапах сделать так, чтобы он угадал со своей профессией, чтобы он угадал со своей специальностью, а не тратил несколько лет на поиск себя.